Вы откуда будете? Нет. Я вас спрашиваю, вы из Канады? С Канады. А вы откуда? А я из Украины. С какого города? Львове. Ну, блогер. Откуда вы знаете, что из Канады? Я вас это видел, в этой кепочке. Ну, молодец. И было написано, блогер из Канады. А, ну это я меняю кепочку. Поймал. Блогера из Канады. Ну, так вы откуда будете, если не секрет? Я с Украины. Да это ж не ответ ни о чем. Город важен. Город какой? А ваш город из Канады, откуда вы? Торонто. Торонто? А я Северодонецк. А, понятно. Ну ладно. Это где? Ну где? Там, где съезд проходил Северодонецкий, где Кушнарёв выступал. Луганская область. Что ж вы думаете? Я географию Украины, наверное, лучше вас знаю. Ну, по крайней мере, не хуже. Ну ладно, может вопросы у вас какие интересные есть. Ну, мне скажите, кто вы по национальности? Я русский, а вы? А, вы графин, я понял, я украинец. А. Звонил. Сочувствую. Ну, бывает, ничего страшного. Да не, наоборот, я вам сочувствую. Спасибо. Вопросы еще какие-нибудь есть у вас? Где ваша совесть? При мне, а ваша? Я думаю, вы ошибаетесь, у вас ее нету. Моя всегда при мне. Я украинец, воюю за Украину. А, так вы еще воин? В добробатах, что ли? А, ну понял. Упал телефон. А, так вы просто сейчас. Вы просто в Северодонецке, типа у вас расположение части, а сами откуда? Нет, у меня дом здесь. Я дом. Ну я понял, что воюешь и там и живешь в Северодонецке, да? Сам в Северодонецке. Да, я там не живу. Да. Ну я понял. Так а что? В Крымском, правда, воюю. А мы дом Северодонецкий. Ну я понял. Ну так что, откуда взял, что совести нет там или есть у кого? Какого критерия у тебя совести? Ну ты ж за русский мир тут топишь. Ну топлю, да. За русский мир. Ну топишь за русский мир. У тебя совести нет. Ты вообще в Канаде живешь. Нет у тебя, кто тебя поймал бы там просто из наших. А наши там... Диаспора большая, ты сам знаешь. Где? В Торонто русских больше, запомни, чем ваши. В Канаде в целом ваши. Ну, у вас же там больше миллиона. Больше, да. А я тебе точно скажу. А ваши сколько? Нет. Сколько там европейцев проживает? Ну, ты же спросил, я же отвечаю, ты же меня перебиваешь. Ваш? Слился. Наверное, зря жалел Деникин хама. Сучье семя повыветен за родную Россию, как Руси их рассею, тяжела будет исповедь. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда? Утилитарном государстве. Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть они. Вторжен выфалака на свет и прилог. Подколотый подшитый материал. Соединенные Штаты Федерации. Соединенных Штатов Федерации? Слышал? Да. А как называется?
Это Соединенные Штаты Америки. Это Федерация? Вот вы из Лос-Анджелеса, а мы повернемся там за Лондон. И снимся там, не ровно.